Пассажирские перевозки на особом контроле. В Белгородской области стартовала операция «Автобус». Госавтоинспекторы проверяют документы, техническое состояние транспорта, а также соблюдение водителями правил дорожного движения. Количество ДТП с участием маршруток в регионе увеличилось в 3 раза. Белгородская область вместе со всей страной отмечает День Героя Отечества. В областном центре сегодня встретились родные и близкие наших земляков, которые награждены званием Герой Российской Федерации посмертно. Воспитание налогопослушных граждан со школьной скамьи. Сотрудники налоговой службы проводят уроки в белгородских школах.